Ага, кажется, меня становится слышно. Надеюсь, что меня также становится видно. Мы с вами можем общаться в канале АКПП. Насколько я понимаю, там у нас сейчас должна быть где-то появиться секция с комментариями. Или, возможно, сейчас мне коллеги напишут, возможно, под записью. А, вот, да, отлично. Сейчас в нашем канале, вот прямо здесь, где происходит наш с вами диалог, да, начинается, есть запись о том, что прямой эфир начался, и кнопочка «Оставить комментарий». Вот там мы с вами можем переписываться. Я туда зашел и буду читать то, что вы будете писать. Еще раз представлюсь. Меня зовут Алексей Ёжиков. Я коуч, супервизор коучей, психотерапевтов, руководитель секции коучинга Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии. Один из авторов, соавторов курса по системному когнитивно-поведенческому коучингу, один поток, которого мы уже провели. И мы вместе с коллегами ищем разные способы знакомить вас с коучингом. В частности, пока вот еще коллеги присоединяются, скажу о том, что у нас планируется целый ряд мероприятий, на которые я вас от всей души сердечно приглашаю. Во-первых, я напомню об этом еще в конце нашей сегодняшней встречи. 8 сентября стартует курс по когнитивно-поведенческому коучингу, ориентированному на цели. Его ведут Андрей Васильевский и Ксения Попова. Возможно, кто-то из вас видел записи их выступлений и на вебинарах в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, и на CBT-форуме, и на pre-CBT-форуме. В общем, информации уже довольно много, и я еще расскажу, где ее найти. Также у нас планируется чуть более поздний запуск после этого осенью курса по системному когнитивно-поведенческому коучингу базового, а также отдельные небольшие мероприятия, семинары из 5 занятий по метафорам, и он подходит и коучам, и психотерапевтам, и 2 занятия техники и навыки. Это тренинг техника навыков, да, ТТиН, уже вам известный. Один из них будет по коуч-позиции, и он тоже полезен для психологов и для коучей, и по постановке целей на терапию и на коучинг. Это, в общем, тоже такая сквозной ТТиН, может быть, он вам пригодится. Но что важно, и вот сейчас я надеюсь, что это вас заинтересует, да, почему сегодняшний эфир, сегодняшняя встреча называется демо-сессия. Да потому что мы с коллегами прекрасно понимаем, что рассказывать о коучинге важно, нужно, и мы это старательно делаем, но вместе с этим коучинг полезно и показывать, чтобы вы могли увидеть, как выглядит когнитивно-поведенческий коучинг в разных модальностях в действии. Поэтому сегодня я буду работать в формате открытой демо-сессии с человеком, которого я не знаю, отсюда, из наших сегодняшних зрителей и слушателей. Поэтому сразу уже скажу, да, готовьтесь. Если кто-то хочет выйти в эфир и полчаса побыть коучи, да, клиентом, то у вас сегодня есть такая возможность. Она будет появляться в будущем. Я буду работать в методологии системного когнитивно-поведенческого коучинга, и мы в будущем планируем демо-сессии совершенно разных форматов, и мы здесь очень хотим подстраиваться под вас. Нам очень важно, чтобы вы помогли нам делать то, что для вас, для аудитории будет наиболее полезным. В частности, коллеги планируют проводить разборы записанных сессий, демо каких-то отдельных навыков или отдельных техник когнитивно-поведенческого коучинга. В общем, у нас есть довольно много вариантов. Для того, чтобы мы с вами могли эти варианты пообсуждать, если вам эта тема вообще интересна, пожалуйста, вступайте в нашу группу. Да, она называется «Секция коучинга КПП». Ссылка на нее тоже будет потом в материалах, ее предоставит администратор. Там мы с вами пообщаемся, проголосуем, да, за то, какие демо-сессии вам наиболее интересны. Ну, это такая вводная часть, да, давайте я больше вводной частью грузить не буду. И расскажу, что сегодня будет происходить. Во-первых, еще раз, да, предлагаю вам задуматься о том, хотите ли вы сегодня выступить в качестве клиента, да, на полчаса. Чтобы вам лучше думалось, расскажу о принципах конфиденциальности и о том, как будет проходить эта демо-сессия. Во-первых, да, это демо-сессия, которая производится в открытую. Мы записываем видео, оно может опубликовано быть потом на канале YouTube АКПП, поэтому, конечно, вы должны быть готовы к, ну, определенной степени, да, вот такой открытости в работе над своим запросом на сегодня. Во-вторых, я еще буду у себя делать небольшие пометки вот в своем блокнотике, надеюсь, его сейчас видно, и это мне нужно будет для того, чтобы более эффективно провести эту демо-сессию. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что за полчаса иногда некоторые запросы разобрать или решить невозможно, и тогда, если вам не хватит этого времени, отведенного на демо-сессию, захочется доработать, то я приглашаю, да, вот нашего клиента, нашего коуча, который наберется интереса и выйдет в прямой эфир вместе со мной. Потом, до пройти эту сессию, мы договоримся о встрече отдельно и обязательно завершим работу над этим запросом. Ну, то есть, чтобы вы не переживали насчет того, что время нашей сегодняшней работы ограничено. И еще один важный момент связан с тем, что поскольку это демо-сессия, я буду стараться работать в максимально близкой к чистой коучинговой модальности. Почему я об этом говорю? Потому что коучинг, он достаточно близок, и у нас уже очень много контента на эту тему, я сейчас не буду вдаваться, да. Опять же, посмотрите вебинары Андрея Васильевского с Ксенией Поповой, посмотрите мои прошлые записи тоже на YouTube. Коучинг очень близок с психологическим консультированием, с одной стороны, а с другой стороны с менторингом, когда возникает потребность в передаче моего собственного опыта. Вот сегодня, да, я буду работать таким образом, что если даже у меня будет свой какой-то опыт, который я мог бы предложить клиенту предоставить в обычной жизни, да, то сегодня я как раз этого делать не буду и буду работать в чистой коучинговой модальности. Вот примерно такие вводные у нас для нашей сегодняшней работы. Теперь, коллеги, пожалуйста, вот в комментарии к посту о том, что эфир начался, пожалуйста, напишите, кто хотел бы выйти в эфир с микрофоном и камерой и принять участие в качестве клиента, в качестве коучи в сегодняшней сессии. Запрос может быть любым, связанным с достижением целей, развитием, изменением состояния, увеличением вашего благополучия, достижением каких-то значимых для вас результатов. И в целом бывает еще и проблемно-ориентированный коучинг, когда запрос может быть связан с преодолением какой-то проблемы. Но здесь очень важно, чтобы это не был запрос, связанный с эмоциональными состояниями, которые являются или относительно пролонгированными, то есть больше 3 месяцев, или наблюдаются в разных сферах жизни, например, одновременно там, в работе, в личной жизни и в отношениях с друзьями, что-нибудь такое. Вот. Но это мы еще обязательно проговорим, если что, не волнуйтесь, все будет в порядке. Еще раз, друзья мои, чтобы наша сессия сегодня состоялась, нам очень нужен участник или участница. Вы еще можете здесь, по-моему, поднимать руку, то есть не обязательно писать в чат. Сейчас, может быть, мне коллеги подскажут, или вы кто-нибудь сам это сделаете. Можно попроситься на сцену. Угу. Так, пока никто не просится. Давайте поступим по-другому. Какие у вас есть вопросы ко мне? Вот после всего того, что я рассказал, на которые вы бы хотели получить ответы о коучинге, и, возможно, чтобы это вам помогло решиться на то, чтобы поработать в качестве участника. Ну, то есть, может быть, вы о чем-то хотите спросить, пока не готовы на сцену, но спросить хотели бы. Поднимайте руки, пожалуйста, тоже, друзья мои. Очень нужен интерактив, очень нужен. Потому что, как видите, если бы у нас был заготовлен участник сразу, то такой заминки бы не происходило. Но как раз интерес в том, чтобы работать с теми, кто сегодня пришел вживую. Друзья мои, пожалуйста, давайте вступим с вами хоть в какой-нибудь диалог. Напишите или включите микрофончик, ну или попросите, чтобы я мог вам этот микрофончик включить. Может быть, какой-то вопрос, что-то, может быть, вы скажете про демо-сессии, может быть, что-то про то, что вы бы хотели увидеть или что вам было бы интересно. В общем, очень хочется как-нибудь с вами поговорить. Угу. Участники начинают отваливаться. Но я все-таки верю в то, что студенты ассоциации готовы взять для себя интересный ресурс и попробовать приобрести для себя что-то от работы с коучем. Так, у нас вот кто-то еще присоединяется. Друзья мои, для присоединившихся, еще раз повторюсь, я очень жду желающего или желающую на то, чтобы принять участие в качестве клиента в демо-сессии когнитивно-поведенческого коучинга, в методологии системного когнитивно-поведенческого коучинга. Для этого очень хочется, чтобы кто-нибудь или поднял руку, чтобы выйти на сцену, или если пока еще не готовы, но есть какие-то вопросы, вам бы хотелось о чем-то поговорить или что-то спросить о коучинге вообще, или о системном когнитивно-поведенческом коучинге, да, чтобы мы могли это сделать. Потому что, еще раз повторюсь, я не планировал никаких... У меня нет презентации для вас, да, у меня не было выступления. Для этого мы проводим другие форматы. Конкретно этот формат подразумевает вовлеченность аудитории. Так, чат в эфире, есть человек, поднявший руку, пишет Сергей. А я вот почему-то... Ага, значит, мне пишут, что есть поднятые руки. А как же мне это увидеть? Потому что... Так. Угу. А, Сергей пишет, все опустили. Ага. Сергей, вы бы не хотели пообщаться или, может быть, выступить подопытным кроликом? В хорошем смысле этого слова. Ага, Сергей пишет момент. Угу. Может быть, кто-то еще пока, Сергей. Ага, вот, вижу. Отлично. Раз, два, три. Да, работает, Сергей. Добрый вечер. Здравствуйте. О, я вас даже вижу. И здравствуйте еще и визуально. Здравствуйте. Если я правильно понял, по вашему никнейму мы с вами коллеги. Вы тоже коуч. Ну, да. Угу. А в какой модальности работаете? Я не знаю, какая модальность у ICF, коучинговая модальность. Ну, там они просто, да, они бывают разные. Все, окей, я понял. Тогда, в общем, не вдаваясь в подробности о вашей, да, работе, мне бы хотелось предложить вам, если вы не против, в ближайшие полчаса поработать в качестве клиента на тех условиях, которые я описал. Да. Вы слышали все, что я говорил о том, что будет вестись запись, что мы можем ее выкладывать в открытый доступ? Да, да, я уже здесь. Уже настроились, да? В процессе. Хорошо. Отлично. Как комфортно, на ты или на вы? Конечно же, на ты. Это же коучинг. Чудесно. Сергей, тогда с чем ты хотел бы поработать, а возможно, у тебя даже есть запрос. Если есть запрос, вот, это идеально, а если нет, то с чем хотел бы? Вот вопрос, на самом деле, подойдет ли мой запрос? Является ли он коучинговым? Может быть, мы сможем его превратить в коучинговый. Одним словом я назвал бы это избегающее поведение. Например, есть деятельность, к которой мне нужно приступать, например, там, связанная с продвижением. Вот. И она активно прокрастинируется, суперактивно. Вот. Возможно ли в рамках, собственно, вашего коучинга разобрать эту ситуацию? Да, можно, конечно. Ты так сказал, что она кем-то активно прокрастинируется. Началось. Она мной прокрастинируется. Она прокрастинируется мной, я занимаюсь легкими делами, вместо того, чтобы преодолеть, возможно, вот какое-то вот это первое препятствие, посидеть 5 минут, настроиться на работу, ну и включиться в нее, вработаться. То есть я вот избегаю, наверное, вот этого дискомфорта. Ну, если идти глубже, то там я предполагаю, что я избегаю... Что же я там избегаю-то? Сейчас начнется психотерапия. Нет, не начнется. Потому что я буду тебя возвращать, если не против, время от времени в коучинг. Хорошо. Могу я тебе предложить даже такой более конкретной задачи? Опиши, пожалуйста, что это за задача такая, которую ты прокрастинируешь, и как именно это происходит? Например, я занимаюсь с маркетологом, я у него в наставничестве, у меня появляются задания от нее, и вот приступать к этим заданиям я к ним крайне редко приступаю. То есть я их откладываю по несколько дней и занимаюсь какой-то легкой деятельностью, типа просмотра Ютуба и так далее. Какая конкретная задача? Чаще всего задачи с больше отталкивающий потенциал у задач неопределенных. То есть где не совсем понятно, что делать. То есть нет четких, понятных границ и инструкций, да, а есть формулировка что-то типа «нужно создать контент». Где нету четких формулировок того, что от меня требуется. И когда я думаю о том, что мне это нужно делать, у меня включается вот прям какое-то такое, на телесном уровне, в том числе проявляющееся отторжение, отвращение, нежелание туда двигаться. И вот когда, видимо, это появляется, я начинаю сразу же, в полуавтоматическом режиме включать какие-то легкие отвлекающие, легкодофаминовые истории в виде просмотра Ютуба там и всего подобного. Скажи, пожалуйста, у тебя такое поведение наблюдается только по поводу задач, связанных, я предполагаю, что это продвижение, личный бренд и все такое, или это бывает и в каких-то других областях твоей жизни? Это, да, это на разные контексты. Учебная практика тоже, но определенный вид учебной практики. То есть, например, если это просмотр обучающих видео там, по психологии, психотерапии, коучингу, да, то они достаточно легко заходят в меня. То есть я просто просматриваю их и что-то периодически рефлексирую. То есть я учусь, буквально учусь. То есть я не просто смотрю, а вот как-то учусь. А если я ставлю перед собой задачу какую-то, то есть как будто бы будет какое-то наличие какого-то контроля. То есть я говорю себе, что мне надо, там, не знаю, сделать конспект или вот что-то в этом роде, у меня начинается, ну, я с большей вероятностью начинаю это прокрастинировать, то есть откладывать эти дела. То есть когда появляется какой-то элемент, видимо, контроля. А под контролем, если еще дальше уйти, то, вероятно, там идет... За контролем это, ну, страх негативной оценки, предполагаю. Предполагаю, что я могу сделать что-то не так. Кто-нибудь, какой-нибудь мой интроект скажет про меня что-нибудь плохое. Ага, хорошо. А скажи, пожалуйста, Сергей, а что бы ты хотел вместо этого? Ну, то есть, вот берем пример с твоим маркетологом, да, или маркетологиней, не знаю, который или которая дает тебе задание. Там неопределенная задача, непонятно, что делать. И что бы ты хотел, чтобы происходило? Я бы хотел... уметь преодолевать вот эту тревогу, видимо, да, связанную с этой задачей. То есть не убегать от этой тревоги, которая связана с неопределенностью, как я понимаю, она нормальная, функциональная, то есть все с ней окей, это нормальная тревога, связана с неопределенностью. Я хотел бы научиться выдерживать, видимо, ее, то есть выдерживать, да, и погружаться. То есть... чаще, в общем, чаще погружаться в работу, чем избегать. Отлично. А что бы ты хотел в оставшиеся 20 минут, чтобы произошло? Нейронную сеть. Новую нейронную сеть, где я прекрасно понимаю, что происходит. Поэтому. Я хочу найти такое состояние, да, возможно, сейчас, что я погрузился в такое состояние, которое, или нашел бы это состояние, скорее даже нашел, наверное, это состояние, в котором я мог бы увереннее преодолевать эту тревогу. Наверное, вот так вот. То есть вот какое-то такое состояние, которое бы мне помогало погружаться в работу. Ну, большим словом назовем это, да, вот конкретно. Это вот что касается учебы, каких-то тоже продвиженческих и так далее. То есть я все это классифицирую условно как работа. И вот работа у меня активно прокрастинируется. Когда у меня обучение связано с удовольствием, а моими лично, это прекрасно происходит. То есть, да, я хочу это состояние для погружения в работу. Так, можно? Можно все. Единственный вопрос, да, еще такой диагностический хотел тебе задать. Это с тобой давно? Ну, вот такой подход к прокрастинации в разных сферах, каких-то задач, в которых ты там, не знаешь, как решать, или не уверен в том, что получится. Да, это довольно устойчивая у меня штука. Да. Это связано с моим детством. Понимаю. Тогда действительно здесь важно, наверное, сразу, да, с тобой договориться, проговорить это, что, конечно, это запрос на то, чтобы в целом как бы справиться с такой твоей реакцией на непредвиденные задачи. Это запрос терапевтический. И его действительно разумно нести к терапевту. Но если мы берем... отдельную ситуацию, связанную, например, да, ну вот со всем, что связано с маркетингом, и мы фокусируемся на этом блоке твоих задач. И ты сформулировал, что тебе хотелось бы с этими задачами научиться преодолевать травму и тревогу, извини меня, пожалуйста. Да ладно, ладно. Я знаю, что это травма. Это просто сказал про детство. И найти состояние, в котором ты мог бы увереннее как бы эту тревогу преодолевать. Вот можем ли мы сократить это на ближайшее там, время, да, вот только на область твоей маркетинговой работы? Да. Мне переформулировать получается. Да, я хочу, это не глобально, да, вот это состояние для работы, а я хочу легче найти что-то, что позволит мне легче приступать к маркетинговым задачам. Что-то, это, конечно, очень интересная штука, что-то, ну, состояние. То есть для меня это может быть такой мыслеобраз, какой-то мыслеобраз, заряженный позитивно. Если говорить о модальности, в которой я люблю работать, это эмоционально-образное, совмещенное с символическим моделированнием, то есть я люблю вот эту историю, то есть, в принципе, здесь можно, да, создать какую-то такую заряженную штуку для меня, которая бы помогала мне и вела бы меня. То есть можно вот создать что-то такое. И, наверное, от тебя, как от коуча, просил бы помочь мне, ну, задать вопросы на тему того, чем бы я хотел наполнить этот образ, чтобы он мне помогал. Окей. Тогда, Сергей, хочется тебя еще спросить о том, как ты себя чувствуешь эмоционально в тот момент, когда ты думаешь о том, что вот я сейчас сяду задачу делать, и у тебя возникает это отвращение и нежелание. Прошу прощения, да. Не, все в порядке. Когда это происходит, как тебе кажется, какая мысль вызывает эти эмоции? Ну, то есть, о чем ты думаешь? Что такое ты отвращение испытываешь? Ну, первое прям простреливает всегда. Это сложно. Это трудно, это сложно. То есть, это очень объемно, это долго. А если чуть глубже копать, то там начинается это опасно. Но это уже иррационалка, там отдельная история, конечно. Скажи, пожалуйста, в твоем прошлом опыте бывало такое, что ты встречался с задачей, про которую тебе казалось, что это сложно, но ты в нее входил и, в общем-то, выполнял, и оказывалось, что ну, не боги горшки обжигают? Вот с таким, что это, фразеологизм, я не знаком, что подразумевается не боги горшки, что в итоге задача оказалась легче, чем я думал. Она оказалась реализуемой. То есть ты как бы такой подумал, блин, это сложно, но потом все-таки нет, я это сделаю. Каким-то образом себя погрузил в то, чтобы это сделать, и в итоге сделал, и оказалось, что это не так сложно, как тебе казалось, когда ты об этом думал. Да. Причем в последнее время даже я стал чаще себя погружать в эту работу, и действительно, так скажем, опровергающий опыт, мои убеждения есть. То есть я вижу, что я способен к тому, чтобы сесть и сделать, и оценивая объективно то, что я делаю, у меня даже неплохо получается. То есть я достаточно хорошо делаю. Можешь привести какой-нибудь самый яркий пример из недавних? Ну, вот опыт именно вот этого преодоления и вхождения в задачу, о которой сначала ты думаешь, ой, это сложно. Ну, например, мне надо было проанализировать результаты своих клиентов, с какими запросами они приходили, с какими результатами они выходили и так далее. Сначала это все, да, действительно откладывалось, но в итоге я использую технику «запускаешь таймер», и назад дороги нет, работаем. Вот. И действительно, за время этого таймера я выработал для себя алгоритм, да, это череда вопросов, которые я сам себе задаю для того, чтобы погрузиться в работу. То есть, что я делаю, что мне нужно сделать, зачем я это делаю, как я это буду сейчас делать и какой результат я ожидаю. Вот. И после этого, собственно, я пытаюсь погрузиться. Это сейчас я вот этот, ну, когнитивный навык тренирую в себе. Вот. И паттерн даже скорее, не навык, да, это паттерн. Вот, и что? И я погрузился, и я сделал, и результаты меня достаточно сильно продвинули. То есть я действительно способен к тому, чтобы погружаться даже в сложные задачи, потому что изначально у меня не было четкого понимания, что именно я буду делать. То есть очень часто у меня бывает такое, что я действительно начинаю работать, я вообще не понимаю, что сейчас будет происходить, но я запускаю каким-то образом вот процесс анализа, ну, анализа вот данных, с которыми я работаю, и у меня начинает что-то там вариться, и в итоге у меня получаются результаты. И волшебным образом получаются именно те результаты, которые мне нужны. Хотя изначально я не давал запроса на них, можно сказать, какого-то прям осознанного, четкого. И это приятно. А вот конкретно в этой ситуации, когда ты сел за анализ результатов клиентов, можешь ли вспомнить вот это пороговое состояние, когда ты сначала думаешь, что это сложно, а потом все-таки садишься это делать и начинаешь задавать себе вопросы, вот эти три, которые ты описал, включаешься в какой-то анализ данных. Можешь ли ты пороговое состояние вспомнить? Ну, именно состояние, то есть у меня есть какое-то прям внутреннее напряжение, да, вот до момента, пока, можно сказать, я не запускаю таймер, то есть до момента, когда я, возможно, какое-то внутреннее решение не принял, что вот все, я работаю. То есть я вот откладываю, видимо, вот это решение. И вот пороговое, да, вот состояние, это вот, ну, у меня поднимается внутреннее напряжение, и когда я, типа, так, все, я работаю, у меня это напряжение начинает, ну, собственно, уходить. Как-то так. А что тебе позволило, ну, шагнуть за порог? Ну, я фокусируюсь на том, что, ну, на деле, во-первых, я фокусируюсь, то есть я увожу, да, свой фокус именно на то, что вот есть задача определенная, и действительно прям вот шаг за порог, это правда для меня в данном случае, это запуск таймера, то есть все, как бы, да, все, мы работаем, то есть это реально меня, я начинаю, ну, как копать в нужном направлении, а не пытаться убежать. Тогда что ты мог бы сказать о признаках того состояния, когда ты нажимаешь кнопку таймера и входишь в это дело? То есть, чем это состояние характеризуется? Ну, это какая-то решимость, наверное. То есть это, скорее всего, это просто принятое внутреннее решение. То есть это я себе даю а-ля команду, так я работаю. И таймер является таким подтверждением. То есть, по сути, да, мне зачастую, наверное, не хватает какого-то внутреннего решения. Ну, самое главное, наверное, да, я вижу именно просто это решение. То есть, все, я работаю. Скажи, пожалуйста, на уровне образов, как бы ты мог описать это внутреннее состояние только что принятого решения, вот того, как ты прям вот перевалил, и оно вот раз и принялось? Ну, это такой образ энергии. Ну, то есть у меня прям родился такой снежок, но не снежок, а... Ну, что же это похоже? В общем, есть у меня образ. Я не буду его описывать, у меня есть образ, просто сложный сенсор. В общем, визуально это будет описать. Да, хорошо. Что должно произойти, чтобы этот образ появился? На образном уровне. Извини, я не уточнил. Я пойду сейчас, наверное, чуть своим путем. Конечно. Это... Образ такой, на самом деле, наверное, да, путеводной звезды. То есть это действительно образ путеводной звезды, это, да, это правда, просто путеводная звезда, которая до момента вот принятия решения, ее как будто бы и нет. Я принимаю решение, и я буквально вызываю ее, и мне становится спокойно, потому что я начинаю видеть, ну, как минимум, ориентир. Типа, может быть, даже отсутствие конкретной цели, какой-то конкретной формулировки, да, это не так страшно, сколько страшно, когда, условно, полностью темное небо, да, а если ты уже видишь какую-то звезду, у тебя уже есть ориентиры, ты как минимум можешь понять, что я в правильном направлении двигаюсь, и это очень сильно успокаивает. Потому что в данном случае действительно у меня, наверное, тревога вызывается именно тем, что я не понимаю, туда ли я иду. Как интересно все развернулось. Да. В общем, для меня это будет путеводная звезда, и вызывать я ее могу как... Можно добавить еще один вопрос. Это такое... Это продолжение вопроса «Зачем?» в моем алгоритме. Вместо «Зачем?» могу задать вопрос «Куда?». Куда я? Куда я собрался? Вот. Это будет действительно направлять меня. Мне будет гораздо спокойнее. Чувствую внутреннее расслабление. Опиши тогда, пожалуйста, как может происходить следующая ситуация, которая возникнет, связанная с тем, что там нужно будет сделать какую-то очередную маркетинговую задачу, про которую ты не знаешь, как ее реализовывать, непонятно, что делать, и ты по первости ловишь себя на легком отвращении. Отвращение, это, конечно, это прям точно в терапию. Там прям поднимается, там, да, там есть кого расстрелять, линчевать. Вот. Это можно преодолевать. Внутреннее, я согласен, может быть, нежелание это делать, да? То есть ты смотришь на это такой, лучше полистать ютубчик. Там страшно. Там, поднимать отвращение, а за ним страх, то есть там страшно. Страшно, что если я это сделаю, там, если еще дальше идти, то я это сделаю, я проявлюсь, меня увидят, я стану плохим. Ну, то есть это прям 100% в терапии идет. Представь, что ты поймал себя на ощущение внутреннего такого небольшого стоп, да, то есть у тебя есть задача, ты такой думаешь, не заняться ли мне этим. И тут внутри тебя начинает это подниматься до уровня там 2 из 10 по шкале эмоций. Сможешь ли ты отловить это на таком уровне? Увидеть, что вот у меня нежелание там еще не выросло в отвращении, в страх, а вот оно легкое. Да. И что тогда чуть-чуть начинает проявляться. Что ты сможешь делать по-другому тогда? Успокоить себя на этой фразе, что ответом на вопрос, ради чего я это делаю. И рассуждением на тему, ради чего я это делаю. А скажи, пожалуйста, образ путеводной звезды там как может сыграть? Он будет проявляться как раз-таки в тот момент, когда я буду рассуждать на тему, ради чего я это делаю. То есть у меня в момент, когда я буду отвечать на вопрос, ради чего, у меня будет проявляться вот эта путеводная звезда, я буду понимать направление, да, куда и зачем это все. И тогда здесь задача в том, чтобы мои рассуждения стали больше, чем мое прощение, и это обычно получается. Ты говоришь про такой когнитивный подход, да, а твой запрос, он звучал как-то больше про состояние, да, чем какую-то когнитивную работу. После того, что ты сейчас в себе пронаблюдал и, возможно, понял, как ты думаешь, что ты мог бы сделать на уровне состояния с собой? Смоделировать в своей голове, как я приступаю, и добавить туда действительно вот этот образ пилотной звезды и наполнить вот эту модель, как я делаю и приступаю к этому делу, приятным и легким состоянием, приятным легким состоянием таким. Mm-hmm. Тоже действительно приятно продвигаться. Приятно продвигаться к своей цели. Mm-hmm. Вот так я могу, да. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, тоже на уровне таких, возможно, даже образов или, опять же, состояния, какой тот Сергей, который шагает в то, чтобы включить таймер? Забавное первое слово пришло, прикольный. Какой я? Спокойный и целеустремленный. Угу. И требующий терапии уверенный. Здесь целеустремленность перекликается, да, с твоим, ну, с тем, что ты описал на когнитивном уровне, понимать, ради чего я это делаю и так далее. Угу. Есть ли у тебя какие-то техники, которые ты можешь применять, или уже, может быть, у тебя есть навык для того, чтобы накидывать на себя состояние там, спокойствия или целеустремленности, даже если ты так себя не чувствуешь в моменте? Вот так сознательно я к этому процессу, наверное, никогда не подходил. Если сейчас коротко об этом поговорить, то, наверное, опять же, да, это просто моделировать в своей голове процесс и наполнять его приятным состоянием, и через это будет гораздо проще погрузиться в работу в ту же. Mm-hmm. То есть создавать образ приятного будущего, а не образ полный страданий, боли mm-hmm. и работы. Mm-hmm. Хорошо. Тогда давай, я предлагаю тебе для того, чтобы как-то точку с запятой, да, поставить в нашем разговоре. Mm-hmm. Опиши, пожалуйста, тогда, вот, собирая все, что ты подумал, рассмотрел и об меня обговорил, да, вот, завтрашний день, тебе нужно сделать маркетинговую задачу, ты чувствуешь дискомфорт, возможно, раздражение на уровень 2 из 10 и нежелание туда идти. Твои mm-hmm. действия в твоем внутреннем психическом театре и вовне. Глубокий вдох, выдох. Первые там 10 секунд наблюдение поднимающегося чувства. Просто наблюдение, то есть я не убегаю от него, я его понаблюдаю немножечко для того, чтобы оно... Назову его. А после этого оно, скорее всего, станет еще управляемее и спокойнее. И с этого момента я начинаю моделировать у себя в голове вот это образ того, как я продвигаюсь к своей цели. То есть выполняю какие-то действия, в том числе маркетинговые, как я сижу, ну, образ того, как я сижу и работаю. Mm-hmm. Мало того, что я сижу и работаю, мне еще и приятно все в этом процессе. Mm-hmm. И таким образом, я думаю, что... Это... Да. Когда ты нажимаешь на кнопку таймера, извини, что перебил. Mm-hmm. В этом во всем процессе обычно у меня это было так, что я сначала такой, я жмакаю таймер, и с этого момента у меня включаются алгоритмы. То есть так. Здесь, конечно, хотелось бы рано или поздно, наверное, уйти от таймера, чтобы все-таки был какая-то не внешний рычаг, а внутренний рычаг все-таки у меня срабатывал в большей степени. И внутренним рычагом, наверное, для меня будет действительно это просто наблюдение собственного сопротивления и формирование... И ответить тебе на вопросы до таймера. И вот когда я себе ответил на вопросы... после этого запускать таймер. Для того, чтобы просто ограничить количество времени, ну, и не пугать себя, что я сейчас буду там 6 часов сидеть и поработать. Да. Звучит как план. Сергей, насколько тебе по 10-бальной шкале удалось реализовать свой собственный запрос на эти 25 минут работы? Найти признаки состояния, которые бы тебя подводило к уверенному преодолению тревоги и к началу действия? Семерочка. Угу. Семерочка, да. Что, сразу думать, что до восьмерки, до девятки? Или на этом ограничимся? Нет, я думаю, что на этом ограничимся. Да? Последний вопрос задам. Что я сделал для того, чтобы ты смог реализовать свой запрос на 7 на 10? Что ты сделал для того, чтобы я смог реализовать свой запрос? Что ты сделал? Ты наблюдал, помогал мне не уходить в дебри от моего запроса, возвращал мне наблюдение, то есть я через тебя видел себя лучше. Ты был моим коучем. Спасибо. Спасибо, Сергей. Последний вопрос, тоже по 10-бальной шкале. Твоя субъективная удовлетворенность нашей работы. Удовлетворенность на 10 у меня. Удовлетворенность у меня на 10. Супер. Спасибо тебе огромное. Еще раз, все ли окей с тем, что мы будем, выложим записи и в целом их будем использовать? Да. Пускай меня там увидит один человечек. Это будет очень интересно. Привет, вечеринка. Спасибо, Сергей. Тогда могу ли я тебя попросить на этом как-то спуститься в зал? Уходи. Я попробую. Спасибо большое, Алексей. Да, тебе спасибо большое. Коллеги, сейчас у вас есть уникальная возможность минут 10 задавать вопросы. Просьба здесь к вопросам, да, относиться не там конкретно по поводу этого кейса или каких-то развилок, которые там происходили, да, а какие-то вопросы насчет того, как работает системный когнитивно-поведенческий коучинг, в котором я работал. Может быть, коучинг когнитивно-поведенческий вообще я смогу за какие-то части, да, отвечать. Может быть, что-то, что вы увидели и вас заинтересовало, вызвало вопросы, недоумение, какие-то вопросы, которые вы бы о коучинге, в принципе, хотели задать. Если что-то такое есть, пожалуйста, поднимайте руку. Я дам вам возможность высказаться. Ага, вижу руку. VI. Так. Подождите, вы ее очень быстро опустили, но я все равно дам вам возможность что-нибудь сказать. Как-то краешек полы халата возник на сцене, или там краешек одежды, вот за нее пытаюсь вытащить. Человек с ником VI, что-нибудь спросите или выскажитесь? Нет, видимо, это было случайное нажатие клавиш. Еще есть возможность свои вопросы писать в чате, напоминаю. Точнее, в комментариях к записи вот здесь, прямо в этом канале Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, там, где написано «Прямой эфир уже начался», вот там можно писать комменты. и я их тоже вижу, и смогу ответить на вопросы или отреагировать на какие-то ваши сообщения, если вы там что-нибудь напишете. Ага, вот, вижу. Коллега пишет коммент. Пока комментарий появляется, да, еще раз напомню о том, что 8 сентября у нас стартует базовый курс по когнитивно-поведенческому коучингу, ориентированному на цели, который проводят наши замечательные коллеги Андрей Васильевский, Ксения Попова и еще несколько участников во всей этой истории есть. Очень важно, что они проводили вебинары. Вы можете посмотреть их в записи, чтобы узнать об отличиях и специфике когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. Тоже очень интересно, полезно и крайне рекомендую А к просмотру, Б к тому, чтобы вы проявили к этому интерес. 8 сентября уже совсем скоро. Для того, чтобы получать ссылки, уведомления о том, что будут происходить какие-то новые активности в ассоциации по этому поводу, вы можете добавиться в группу, которая называется «Секция коучинга КПП». Ссылка на нее будет предоставлена нашими администраторами в записи об итогах и с этой видеозаписи. Обязательно добавляйтесь, если вам интересен коучинг или когнитивно-поведенческий коучинг. Кроме этого, еще осенью планируется запуск 2 тренингов техника навыков, которые полезны и для коучей, и для психологов, и для психотерапевтов. И семинар по метафорам, использованию метафор в терапии и в коучинге. Ага, вот вижу вопрос. Спасибо большое, что его задали, написали. Огромная благодарность. VI. Можете, пожалуйста, немного проинтерпретировать, что происходило на сессии с точки зрения психологических механизмов и коучинга, благодаря чему, каким механизмам был достигнут результат? Ну, в подробный разбор сессии я, наверное, уходить все-таки не буду. Да, это такая отдельная и довольно продолжительная история. Наверное, на какие-то ключевые моменты хочу обратить ваше внимание. Что, во-первых, и сам коучи, клиент, об этом заявил Сергей, что запрос может быть и не коучинговый. И действительно, мы обнаружили, что эта проблема, эта трудность, прокрастинация встречается в разных сферах жизни и довольно давно. Это яркий маркер того, что действительно это не коучинговый запрос. Вот в таком обобщенном виде. Да, хочу уметь преодолевать тревогу в любых ситуациях, связанных с тем, что вызывает прокрастинацию. Но при этом мы вполне можем ограничиться на одной сфере, на одном типе задач, который является для клиента допустимым к поведению изменения. Да? То есть с точки зрения... карты психотерапевтической деятельности, по сути, мы стремимся помочь человеку сформировать некий ясный поведенческий эксперимент, основываясь на уточненном знании о своем поведении, внутреннем и внешнем, и с опорой на свои собственные ресурсы и на свой собственный позитивный опыт в прошлом. При этом, как вы, возможно, могли заметить, сам клиент пару раз предпринимал попытку обобщить или углубить рассмотрение этой темы, запроса. И я сознательно притормаживал это именно с той целью, чтобы действительно не уходить в исследовании глубинных убеждений негативных о себе или дезадаптивных, а для того, чтобы удерживаться на уровне поведенческих и образных техник, которые клиент может применять и которыми он уже владеет. Дело в том, что сегодня мы работали в формате получасовой встречи, разовой, да, у нас нет никакого там курса, последовательности договоренной, да, там контракты из 10 сессий, там нет, ничего такого нет. Вот мы увиделись сегодня с Сергеем первый раз в жизни, и, возможно, никогда в профессиональном смысле он не окажется моим клиентом. Да, это естественная история. И получается, что за эти полчаса мне нужно дать Сергею самому, не привести его к чему-то. Да? У нас основным субъектом в коучинге, основным деятелем является именно клиент. Да? В системном когнитивно-поведенческом коучинге мы поэтому даже называем клиента актором, да? Человеком, который предпринимает главные в коучинге действия. Так вот, моя задача была позволить клиенту с опорой на те навыки, которые у него есть, в следующий раз сделать что-то по-другому и быть уверенным в том, что ему это по-другому сделать удастся. Ну или хотя бы испытывать надежду по поводу вероятной успешности его поведенческого эксперимента, если говорить нашим КПТшным языком. И поэтому вся работа состояла в том, чтобы определить те ресурсы, на которые он мог бы опираться, и там появилась путеводная звезда и идеи о предварительной настройке, да, перед включением таймера. И очень важно, как раз это навык, который очень важен в терапии, но в коучинге он является, в принципе, наверное, одним из основополагающих, ну, хорошо, одна из ключевых компетенций коуча. Это формирование плана действий. То есть у нас нет задачи в работе добиться просто какого-то инсайта ради инсайта. В когнитивно-поведенческом коучинге практически, в большинстве модальностей, так скажем, очень во многих, план действий является ключевым. То есть достижение запроса обычно связано не только с реализацией запроса как такового, но и с пониманием того, что человек сделает потом для того, чтобы добиться желаемых результатов. Поэтому мы исследовали в рамках самого запроса, да, ресурсы клиента, как именно он может на них опереться для того, чтобы сделать значимый результат. И мы это делали, опираясь на ту картину мира, да, о которой говорил клиент. То есть в самом начале прозвучало, что для меня хорошо работает эмоционально-образная терапия и символическое моделирование, прекрасно. Человеку, значит, больше подходят имагинативные техники, и поэтому в каких-то моментах мы к этому и обращались в ходе сессии. Да? И у меня здесь, как у когнитивно-поведенческого коуча, нет задачи обязательно притягивать человека к рациональному мышлению, именно к автоматическим мыслям или к каким-то еще. И использование имагинативных техник или апелляция к имагинации, к образам, это тоже абсолютно нормальная часть когнитивно-поведенческого коучинга в разных направлениях и в разных модальностях. Так, значит, пишет. То есть вы держите в голове то, что нужно провести эксперимент, доказывающий, что есть возможность поступить иначе, чем обычно, и это помогало не уходить в психотерапевтическую плоскость. Но нет, не совсем. Дело в том, что и в терапии это тоже происходит. Ну, то есть психотерапия занимается ровно тем же, на самом деле. Да? Мы, когда помогаем человеку в депрессии или там социофобному человеку, или человеку с паническими атаками войти в поведенческий эксперимент, происходит ровно то же самое. Здесь идея заключается, наверное, демо-сессии, да, и того, как это происходит в рамках сингл-сессион коучинга, да, как сейчас, в том, что мы исследуем возможности реализации запроса клиента с опорой на его ресурсы и позитивный прошлый опыт. И в этом исследовании наша задача сформировать понятный клиенту, точнее, помочь клиенту сформировать, давайте так, да? Мы помогаем клиенту сформировать план действий, в котором у него есть уверенность, что этот план реализуем. И коучинг бывает разный. Да? Бывает иногда, что не всегда в коучинге запрос связан с формированием плана действий. Это факт. Иногда бывают вопросы, связанные с принятием решения. Ну, то есть не могу решиться. Иногда бывают ничего не понятно, хочу больше ясности. Да? Это тоже не совсем про план. Но мы всегда держим в голове то, что наличие следующих шагов, как минимум, да, лучше, чем их отсутствие. Конкретно в данной ситуации речь шла про, конкретные действия, связанные с преодолением тревоги, и состояния, которые бы позволяли эту тревогу легче преодолевать и входить в рабочий процесс. В рамках этого запроса совершенно очевидно, что вопрос об изменении поведения и состояния, а он предполагает, конечно же, поведенческий эксперимент. Если нет позитивного прошлого опыта по задаче, мы все равно ищем любой другой позитивный опыт смежный. То есть, просто когда тебе что-то было страшно, а ты взял и все. Нет, когда просто тебе казалось, что что-то сложно сделать, пусть не задачу даже, да, а просто, тебе казалось, что это сложно, но ты все-таки сделал, и у тебя это получилось. Такой опыт, да. Если такой опыт не вспоминается, то был ли у тебя опыт, когда ты думал, что дела пойдут одним образом, а они пошли другим образом? Да? То есть здесь приходится идти на обобщение, но именно поиск максимально релевантного опыта, на который можно опереться в прошлом, это, конечно, задача. Ну и, опять же, в случае с людьми, которые не находятся в каких-то клинических состояниях, это в целом почти всегда или очень часто работает. От психотерапии отличается тем, что нет сократических приемов, когда оцениваются негативные результаты. Нет, смотрите, здесь какая история. Опять же, если мы говорим про работу в одну сессию, то у нас, особенно в коротком формате, да, демо, у нас не всегда есть возможность полностью простроить от и до протокол формирования, да, разработки поведенческого эксперимента. Мы здесь работаем с тем, что есть у клиента, опираясь на сильные стороны клиента, на те ресурсы, которые у него есть, и на те намерения и волевой ресурс, который в данном случае может быть включен. Поэтому мы часто можем делать полные смеры. А вот вы, наверное, да, кто знает когнитивно-поведенческую терапию, обнаружили, что я провел срез, но я не провел его целиком по классике. Ну, то есть вот А, Б, С, да, или А, С, ну, в смысле А, там, Б, потом это вот получается А, эмоция, белив и там консеквенс. Короче говоря, не по классике, да, не по смеру я это сделал. И это нормально, потому что в целях реализации запроса, да, это полностью не требовалось в данный момент. И вот, есть решения, которые коучу приходится принимать. И в данном случае один из типов решений, которые приходилось принимать, это оказание минимальных воздействий, которые помогали бы клиенту добиться каких-то значимых подвижек. Мы не можем проиграть ситуацию, да, мы не можем обсуждать, что могло бы пойти по-другому, если бы вот там-то мы сделали так-то. Да, это было сотворчество, и в этом сотворчестве я искал способы, минимальными способами помочь человеку выйти к тому самому плану, реалистичному для него, который будет желание реализовывать. Я думаю, что на этом можем потихоньку завершаться. Я чуть подзадержал дольше, планировал до 7. Спасибо за то, что были. Спасибо огромное за то, что раскачались и задали вопросы в чате. Это очень ценно. Надеюсь, что это было полезно и интересно. Пожалуйста, включайтесь в группу секция коучинг Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Следите за нашими обновлениями. Пожалуйста, реагируйте на опросы в этой группе, потому что мы будем задавать вам вопросы, что вы бы хотели видеть на демо-сессии. Да, для нас очень важно, чтобы вы не только слышали про коучинг, но и могли увидеть какие-то отдельные техники и навыки, и демонстрации их, или разбор каких-то записанных сессий с как раз-таки разбором каких-то шагов, да, влево-вправо и развилок. Или вот такие сессии со случайным человеком из аудитории для того, чтобы видеть, как в реальной жизни принимаются те или иные решения, ну и так далее. В общем, нам важна ваша обратная связь. Поэтому следите за нами, следите за коучингом КПП. Спасибо вам большое за то, что были сегодня вечером с нами. До встречи, друзья.